В Сургут прилетели знаменитые во всем мире русские «Витязи». Это единственная команда на планете, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса «Тяжелый истребитель». На взлетно-посадочную полосу Сургутской авиагавани приземлились 7 Су-35С. Состав делегации 50 человек, это 35 техников и 15 летчиков. Базироваться эскадрилья будет на территории нашего авиаузла до 20 сентября. Русских «Витязей» на взлетно-посадочной полосе встречал глава Сургута Андрей Филатов, поблагодарил эскадрилью за визит в наш город и отметил, что событие стало возможным благодаря решению министра обороны страны. К Сергею Шойгу обратилась губернатор Югры, поддержав тем самым инициативу Российского военно-исторического общества в Ханты-Мансийском автономном округе. Мероприятие посвящено 300-летию нефтяного дела в России и 90-летию нашего региона. Безусловно, в первую очередь, это инициатива губернатора Натальи Комаровой и решение Сергея Шойгу о том, чтобы этот визит состоялся. И сегодня, безусловно, это событие для Сургута. Сегодня у нас пилотажная группа «Русские Витязи» в Сургуте. Я надеюсь, что это будут запоминающиеся дни для нашего округа, округа, города, да в целом страны. Сегодня задача стоит выполнение демонстрационных полетов в составе пилотажной группы «Русские Витязи» над городами Сургут и Нижневартовск. Очень бы хотелось, чтобы мы ее выполнили. Надеемся, что вы нам поможете, погоду попросите. Программа пребывания в нашем городе у летчиков насыщенная. Мы обязательно будем сопровождать гостей там, где это возможно, и подробно рассказывать о визите. Показательные выступления русских «Витязей» состоятся в Сургутском небе 18 сентября в час дня. В день воздушного шоу часть Югорского тракта перекроют. Ограничения введут с 11 до 16 часов. На этот шаг организаторы пошли, чтобы максимальное число зрителей смогли увидеть авиашоу как можно ближе. Ось пилотирования расположена над Обью, поэтому с объездной дороги будет открываться наилучший обзор. Движение транспорта по Югорскому тракту закроют на участке от перекрестка с улицы Энергетиков до пересечения с Югорской, включая съезды на Речную. На это время городские маршрутные автобусы будут следовать в объезд. Схема доступна на нашем сайте www.indifisnews.ru.